Всем огромный привет! В сегодняшнем видео я буду рассказывать вам историю своих волос и, собственно, показывать средства, которыми я ухаживаю за своими волосами, как я поддерживаю длину, как часто я стригусь и вообще, что у меня за волосы и как за ними ухаживать. Как вы можете видеть, мои волосы длинные, достаточно кажутся густыми. Они такие есть, но они со временем очень поредели, и раньше они были совершенно другого качества. Дело в том, что первые 9 лет своей жизни я жила в деревне, и поэтому там, естественно, экология, еда, это все очень влияет на здоровье человека, плюс я была ребенком, и волосы мои были очень-очень густые, и коса у меня была ниже попы. После того, как мы уже переехали в мегаполис, моя длина не изменилась, хотя меня подстригали даже вот так вот, то есть оно у меня все равно продолжало расти, но они очень стали сильно редеть. И сейчас мои волосы, если вы можете примерно понять, это ну, вот такие. То есть я, в принципе, не жалуюсь на свои волосы, мне мои волосы очень нравятся, и я не жалуюсь, что они у меня не такие густые теперь. За такими волосами, ну, у кого длинные густые волосы, те могут меня понять, очень сложно ухаживать, очень. То есть, если у вас длинные густые волосы, и они прямые, допустим, наверное, вам может быть в какой-то мере легче за ними ухаживать. Просто дело в том, что мои от природы волосы, они волнистые и довольно пушистые. Ну, то есть, они пушатся у меня, если я только-только выпила голову, они у меня высохли, у меня волосы вот в такие вот разные стороны, я не знаю, как называется такой тип волос, пористый или... Не знаю, честно, не буду врать. И дело в том, что я их периодически выпрямляю, хотя на какое-то время, довольно продолжительно, я отказывалась от этого и не выпрямляла, феном не пользовалась, но заметила то, что практически ничего не меняется, кроме того, что с выпрямителем очень сильно сохнут кончики, и они могут ломаться, а то есть свежие волосы, так скажем, здоровые, они продолжают расти, поэтому периодически я это сейчас делаю, потому что я не могу себе позволить ходить с каким-то непонятным вообще видом на голове. Приходится, конечно же, обрезать там по сантиметру, по два. И вот свои волосы я стригу примерно, наверное, раз в полгода. Ну, в среднем, иногда чаще, иногда реже. В среднем раз в полгода. Я обязательно пью витамины 2 раза в год. Это не связано только с волосами, это связано в принципе с моим организмом. То есть у меня, если я не пропиваю витамины, к сожалению, вот, видимо, я не получаю всех витаминов из еды, и поэтому мне приходится дополнительно пропивать витамины. А, вот, это первое. 2 раза в год обязательно. Осень и весна у меня, как правило, мультивитамины, я всегда пропиваю. Второй вопрос, относящийся к витаминам, это не занимайтесь самолечением. Сходите к вашему терапевту, сдайте кровь, и он вам скажет конкретно, каких витаминов, да, вам не хватает. Допустим, если у вас реальные проблемы с волосами, возможно, вам просто не хватает витамина В, и начав принимать его, вы почувствуете разницу. Спросите ли вы меня, Карина, окрашены ли твои волосы? Конечно же нет, но у меня был такой опыт. Я красила волосы единственный раз в своей жизни, это был, по-моему, 10 класс. Я хотела себе шоколадный цвет, раньше был такой модный шоколадный цвет. А получился у меня какой-то рыжеватый. Ну, не прям рыжий, но с рыжим таким каким-то подтоном. После чего я не расстроилась, я как бы, ну окей, это мой первый опыт был, ничего страшного, я там не рыдала над своими волосами, что, о боже мой, теперь я рыжая или еще как-то, нет, я к этому отношусь абсолютно спокойно, отросли волосы, как вы видите, и сейчас это мой абсолютно натуральный цвет, вот такой он у меня был всю жизнь, вот вы можете видеть, что у меня есть все-таки какой-то теплый подтон в волосах. Это мой натуральный подтон. И также каждое лето у меня выгорают, ну, как правило, вот какие-то пряди, вот, например, вот здесь вот. Также это могут быть какие-то выборочные пряди. Мою волосы я свои где-то раз в 3 дня примерно. В 2, в 3, в 4, вот, в зависимости от ситуации. И использую максимально простые средства для своих волос. То есть у меня нет целого арсенала чего-то там, но у меня есть определенные средства, которые должны быть в моем арсенале по уходу за волосами постоянно. Прибор, который очень сильно изменил мое отношение к волосам,
которым я пользуюсь уже целый год. Это щетка. Нет, это, наверное, не щетка. Это, наверное, будет массажка. Вот такая вот с ионизацией. Я долгое время не покупала ее, потому что я не верила в то, что действительно вот такая штука может убрать мою пушистость волос. С пушистостью волос до этого справлялся только выпрямитель. И сейчас тоже, если мне нужно именно мгновенно, вот в сию секунду я должна уложить волосы, чтобы они у меня не пушились, то это будет тоже выпрямитель. То есть это средство не на 100%, как вы думаете, вот так вот вы сделаете, и у вас тут же все, вся пушистость уберется. Нет. Это массажка, щетка, которая называется Brown Satin Hair 7, Ion Tech, с ионизацией. Когда вы ее включаете, собственно, она загорается, из нее вот отсюда идет какое-то шипение. От этой щетки убирается пушистость, от этой щетки блестят волосы. Вы, надеюсь, сейчас видите, что мои волосы действительно блестят, но дело в том, что это не только заслуга этой щетки. Сейчас расскажу, что еще я использую. Конечно же, начну с шампуней. И первое, что я вам скажу, то, что раньше я думала, что шампунь ничего вообще не может делать. Я до сих пор не верю, что шампунь может избавить вас от выпадения волос. Я считаю, шампунь на это не способен, потому что он слишком мало задерживается, мне так кажется, на волосах. Хотя, если оставлять его подольше, возможно, какой-то эффект будет. Не буду об этом спорить. Но раньше я думала, что шампунь призван всего лишь очищать волосы, и, возможно, так и было раньше. Но так как сейчас абсолютно не стоит на месте индустрия красоты, которая все время развивается, которые активно работают люди, профессионалы, ученые и так далее, поэтому неудивительно, что сейчас даже шампунь дает какой-то нужный нам эффект. В общем, первый шампунь у меня вот такой вот, который называется Macadamia Natural Oil, и называется шампунь вот так. Это шампунь восстанавливающий. Дело в том, что он подходит моим волосам. Он их утяжеляет в прямом смысле. То есть, если у вас очень тонкие, очень редкие волосы, и вы таким шампунем помоете голову, хотя я не могу знать, возможно, бывают исключения, скорее всего, он просто вам их, возможно, сделает какими-то жирными, и, возможно, вам такой эффект не нравится. А мне нравится. Тут написано то, что это увлажняющий шампунь для сухих и поврежденных волос. Я согласна с этим, то, что он увлажняет, и тем самым он утяжеляет. Я думаю, это за счет, возможно, каких-то масел. Но на данный момент не хочу его второй раз покупать, потому что он долго расходуется, он очень экономичен. Даже на мои волосы я мылю только корни, но также прорабатываю обязательно волосы остатками пены. Очень долго он у меня расходуется, как-то вот. Дешевые шампуни у меня расходуются намного быстрее. Хороший, но подойдет именно для людей, кто любит утяжеление волос. Также два уже профессиональных средства. Это будут вот такие вот шампуни от Redken. Им уже тоже, я не знаю, им уже, блин, несколько месяцев. И у меня вообще никак не закончится. Долго очень расходуются. И это, наверное, плюс, потому что они очень экономичны. Тут также 300 мл шампунь и 250 мл кондиционер. Эта серия называется Extreme. Она тоже для поврежденных волос. Имеет такую же ситуацию. Они утяжеляют волос. Да, я уже провожу по мокрым волосам. Я так не делала раньше. У меня абсолютно не зацепляются пальцы за волос. То есть от шампуня они уже становятся распутанными мгновенно, от двух помылок. Но какой он эффект дает на моих волосах, вау. Я обязательно буду пробовать еще другую линейку, хочу попробовать у Redken, а потом я буду возвращаться к этой. Далее также от Redken, и, кстати, его я попробовала перед шампунем, и потом только решила, что, возможно, этот уход мне тоже может подойти. Это масло, которое называется Diamond Oil. Масло вот в такой красивой стеклянной бутылочке. И посмотрите, у меня, наверное, ему полгода. И посмотрите, сколько истратилось за полгода. Хотя я при каждом использовании, я его использую после каждой помывки головы, два нажатия, и вот столько истратилось за полгода. Мне его, наверное, хватит года на два. Тут 100 мл. Супер средство. Оно очень приятно пахнет.
Оно действительно делает волосы очень блестящими, очень такими, вы знаете, мягкими. Итак, идем дальше. И то, что без чего я тоже уже не могу, это вот такие спреи. Именно от Glitz Cure мне нравится очень. У меня на данный момент называется Liquid Silk. И он тоже очень приятно пахнет. Ну, мне нравится. Также он делает волосы очень мягкими. Ну, это обычный кондиционер в спрее, который не нужно смывать. Также из несмывашек у меня есть еще вот такой спрей двухфазный. Это Альверде, который называется увлажняющий. Увлажняющий двухфазный спрей. Нет. Второй раз я его не куплю, я его допользую, но нет, он мне не очень понравился, он какой-то, запах у него не очень. Также из несмывашек у меня есть вот такой вот крем, это Garnier. У меня была маска от этого бренда и бальзам от этого бренда, из этой серии в смысле. Супер, очень классное средство, и дело в том, что это средство тоже такое прям питательное. Попробуйте обязательно маску вот из этой серии за свои 3 евро. Она просто потрясающая, и она много кому уже нравится. Мне уже девчонки писали. Воск для волос. И это еще у меня с России. От бренда Мико. Вот такой вот с иланг-иланком воск. Если это, кстати, ну, натуральное средство. Стандартный воск для волос, ничего особенного, в смысле ничего особенного, примечательного, так. Супер средство, я пользовалась много лет восками для волос вместо масел. И оно у меня тоже есть, я им периодически пользуюсь, давайте покажу, как. Стандартно, просто вот набираю какое-то количество, вот так. Оно на маслах, и, собственно, воск, масло и воск, все. Пахнет, я просто очень люблю запах иланг-иланг. И я растираю... И наношу, так, наношу на кончики, все, и оно запечатывает волос, действительно. Это кокосовое масло, такая бадья кокосового масла, которым я мажу все, кроме лица, потому что оно комедогенное, и у меня гапинированный тип кожи, и я такими вещами не пользуюсь для лица. А вот на тело и на волосы, это моя любовь. Часа 3-4 я люблю с ним походить, а желательно всю ночь. Потом волосы. Их, правда, сложно мыть, конечно. Волосы я промываю раза на 3-4 после масла, потому что я обильно так наношу. И ну просто потом волосы такие мягкие, такие... Вот я не могу на них налюбоваться, когда я пользуюсь именно кокосовым маслом. Никакое больше средство, никакая больше маска мне не давала такого эффекта. Его можно использовать так же, как просто. Если у вас, допустим, нет... вот таких вот средств, да, масляных кремов, или у вас нет масел для волос, просто вы можете взять кокосовое, немного, раза три, поймите, что у вас совсем немного масляные руки, и также на кончики наносить. Но есть и обратная сторона этого масла, оно может пересушить волосы, поэтому не злоупотреблять им. Примерно там раз в неделю, два раза в неделю, в принципе, можно, достаточно. Ну, мне раз в неделю достаточно. И также две маски. Одна у меня достаточно новая. Это вот такая вот серия Garnier Fructis с бананом. Как вам сказать? Вот у меня уже сколько нет, достаточно много. Пахнет она... Ну да, есть что-то банановое, но... Не очень приятно, как будто банан, вы знаете, когда начинает уже чернеть, он еще сладкий очень, но еще его можно есть, но он уже когда начинает темнеть, он вот пахнет вот так же. Такая вот банка, 390 миллилитров. Неплохо, но не то, что я от нее ожидала. Вот еще одна масочка, это вот такая вот от Альверде. Это серия с авокадо, и она называется... Repair, восстанавливающая. Неплохо, неплохо, но не самое лучшее тоже. Вот у меня, видите, она почти полная. Она очень приятно пахнет. Она вот прям вот такая вот очень густая. Как крем, ее можно, кстати, использовать как несмывашку, если чуть-чуть, тут даже написано, чуть-чуть ее в руках
разогреваете и также наносите на кончики и на длину. Неплохо, но не то, что вот меня впечатлило. Вот меня впечатлило это масло кокосовое, это вот это средство, это вот это средство. Любое из них купите, которое вам понравится. Это масло Redken. Это серия Redken Extreme. И это воски для волос. Еще у меня есть масло вот от этого бренда. Знаменитое их масло с макадамией. У меня миниатюра, но она у меня где-то лежит. Я ее привезла с отпуска и не могу найти, поэтому не могу вам показать. Но, в общем, от этого же бренда. Такое густое масло, очень приятно пахнет. Также для кончиков тоже просто имеет потрясающий результат на волосах. Также не забывайте подписываться на мой канал. И до скорых встреч в новых видео. Пока-пока.